Ненецкий округ сегодня присоединился к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». В нашем регионе, как и по всей России, он проходит третий год подряд, привлекая все больше участников, независимо от возраста, национальности и, конечно, образования. Чтобы проверить свои знания по истории, культуре и традициях мог каждый из желающих, в округе организовали 13 региональных площадок, в том числе 7 на территории города. Самой посещаемой стала Центральная библиотека имени Алексея Пичкова. Подробности прямо сейчас. В читальном зале окружной библиотеки сегодня практически не осталось свободных мест. Для участия в большом этнографическом диктанте здесь зарегистрировались 53 человека. Среди них Галина Анатольевна Артеева. В масштабной акции она участвует третий год подряд. Некоторые вопросы есть повторно с первого диктанта. Некоторые вопросы новые. Да, в первом диктанте не было, там были регионального блока, там не было регионального блока. Вот второй диктант с региональным блоком был, и вот сейчас есть региональный блок. А в первом диктанте эти были какие-то общие вопросы, как коренных народов, так скажем. Вот. Но не скажу, что какие-то, хотя вопросы попались, которые вызывали сомнения. Проверить свой уровень этнографической грамотности и знания о народах, проживающих на территории нашей страны, сегодня пришли как школьники, так и представители высокого возраста. Самому старшему участнику 76 лет. Виталий Никитич признается, не все задания давались легко. У нас многонациональная страна, так что тут есть такие вопросы, которые я задумался, может, неправильно ответил, не спорю. Ну, результаты будете свои отслеживать? Ну, потом результаты посмотрю. Ну, как считаете, на какое количество баллов наберете? Есть у вас какая-то планка, которую будет? Нет у меня никакой планки, сколько войдет, только ради интереса просто. Ради собственного интереса и по предложению мамы проверить свои знания по этнографии пришла и Мария Санникова. Ей 15 лет, и она самая юная участница всероссийского диктанта. Вопросы, в общем, были несложные. Коренные там народы Наринмара, это просто, не знаю, легкие ответы. Легкий вопрос. Легкий вопрос. Как считаешь, на какой балл? Ну, я могу сказать, что я справилась хорошо. Ну, не на низкий, а хорошо. Главная задача всероссийской акции заключается не просто в том, чтобы проверить уровень этнографической грамотности жителей, но и вызвать у них интерес и желание к изучению истории, культуры и традиций многонациональной России, тех, кто живет рядом. Наверное, такой диктант нужен, потому что этнография – это все-таки такая наука, ну, которая разносторонняя, которая изучает историю народа, изучает культуру, литературу, обычаи, традиции наши. Поэтому, наверное, каждый человек, который здесь проживает, должен это знать. Ну, а самая главная цель, конечно, диктанта – это чтобы вот люди после вот этой просветительской акции, ну, появился интерес у них такой изучать это всю историю, литературу нашу региональную, ну, и не только региональную, конечно, и российскую. Для тех, кто не успел проверить свои знания по этнографии на региональных площадках, в период со 2 по 5 ноября будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте miretno.ru. Там же 10 ноября будут опубликованы правильные ответы и разбор типичных ошибок большого этнографического диктанта. Индивидуальные результаты станут известны позднее, в день Конституции России 12 декабря. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».